Благотворительный турнир по стритболу организовали одноклассники тяжело больного Раимбека Ордабека. Они же распечатали брошюры, призывающие не оставаться равнодушными, и создали аккаунт в Инстаграм, посвященный другу. Как Раимбеке, что сказать? Раимбек сам позитивный человек. Больше всего, когда школьник замечает, так с ним хорошо не знаком. Но, по сути, могу сказать, что он хороший, добрый и веселый. В любой момент здесь видите, как много людей нас собирает, волонтеров. Больше всего это наши друзья, то есть... У него друзей много, следовательно, сам человек по себе, он уже знает, где соблюдать меры, все такое. 16-летнему парню поставили страшный диагноз – внутрибрюшная злокачественная опухоль 4-й стадии. Сейчас Раимбеку требуется дорогостоящее лечение. Таких денег у родителей юноши нет. Сегодня Раимбек находится под наблюдением медиков Сеула. Парню предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Стритбольный турнир на спортивной площадке Центрального парка Шымкента – одна из попыток собрать деньги на лечение Раимбека. В турнире принимают участие 13 команд. Участники каждой внесли свою лепту. Сумму взноса на лечение Раимбека определили сами игроки. Эти деньги вместе с другими пожертвованиями из благотворительного ящика после завершения турнира подсчитают и передадут родителям юноши. Когда-то Раимбек и сам был перспективным баскетболистом. В прошлом году команда, за которую играл юноша, выиграла областной турнир по стритболу. По итогам турнира победителей наградили грамотами и медалями. Спортивная благотворительная акция собрала 145 тысяч тенге. Сумма по сравнению с тем, что еще предстоит собрать, небольшая. В общей сложности на лечение Раимбека требуется 170 тысяч долларов. Одноклассники и друзья Раимбека верят, что благодаря неравнодушным шымкенцам парень непременно поправится. И уже скоро сам, наравне со сверстниками, будет отстаивать спортивный интерес баскетбольной команды Шымкента.